Компания «Аквафор» приветствует вас. В современном мире питьевая вода очень редко бывает чистой. По этой причине мы вынуждены использовать различные средства водоочистки. Наиболее современным методом очистки воды является обратный осмос. Обратный осмос – это метод фильтрации под давлением через специальную мембрану, пропускающую молекулы воды и полностью задерживающую растворенные вещества. Использование обратного осмоса позволяет очищать воду от всех вредных примесей, бактерий и вирусов, а также умягчать ее. Такой практически идеальный способ очистки воды широко используется в современном мире. Современные технологии позволили уменьшить размеры и стоимость мембраны настолько, что обратный осмос стал доступен не только в промышленности, но и на обычной кухне. Однако традиционные бытовые мембранные фильтры имеют ряд существенных недостатков. Приходится использовать накопительную емкость для чистой воды размерами, превосходящую сам фильтр. Давление в водопроводе должно быть не менее 3,5 атмосфер. Большое количество воды сливается в канализацию. Обилие управляющих клапанов и трубок делает фильтр очень громоздким. Так есть ли выход? «Аквафор» представляет обратно-осмотический водоочиститель нового поколения. Инновационная система водоочистки «Аквафор Марион» отличается от обычных обратно-осмотических фильтров высокоэффективной системой автоматики и накопительной емкостью нового типа. Главное отличие «Аквафор Марион» от обычных систем состоит в особой конструкции накопительного бака. Обычный бак имеет две полости, разделенные эластичной перегородкой. Одна полость для чистой воды, другая, герметичная, заполнена воздухом. При наполнении бака воздух сжимается. Если открыть кран чистой воды, сжатый воздух выталкивает запасенную воду. В баке фильтра «Аквафор» объем разделен эластичной перегородкой на две полости — накопительную и управляющую. В накопительной находится чистая вода, а управляющая полость через блок автоматики соединена с водопроводом. Во время работы фильтра чистая вода заполняет накопительную полость, вытесняя воду из управляющей в дренаж. При открытии крана водопроводная вода начинает поступать в управляющую полость и выталкивает чистую воду. В обычном обратно-осмотическом фильтре при максимальном заполнении накопительного бака 1/3 занимает воздух, что ведет к увеличению габаритов. В водоводяном баке системы «Аквафор Марион» весь объем занят чистой водой. По мере наполнения водой давление в обычном накопительном баке растет, что приводит к падению эффективности системы. Скорость фильтрации падает, а количество сбрасываемой в дренаж воды растет. В случае водоводяного бака системы «Аквафор Марион» вода из управляющей полости сливается, не создавая противодавления. При этом скорость наполнения бака остается постоянно высокой. Почему вы выбираете «Аквафор Марион»? Компактность. «Аквафор Марион» занимает в 3 раза меньше места на кухне. Время набора 1 литра чистой воды системой «Аквафор Марион» — 10 минут. Обычной обратно-осмотической системой — 20 минут. Расход воды на получение 1 литра чистой воды. «Аквафор Марион» — 5 литров, обычная система — 10 литров. При этом экономия воды составляет до 9 тонн в год. Благодаря меньшей нагрузке на блок предфильтрации, срок службы мембраны и фильтрующих модулей «Аквафор Марион» в 2 раза больше, а расходы на обслуживание в 2 раза меньше, чем для обычной системы. Минимальное давление воды в водопроводе, необходимое для работы системы «Аквафор Марион» — 1,5 атмосферы. Для работы обычной системы — 3,5 атмосферы. Объем накопленной воды в баке «Аквафор Марион» всегда не менее 5 литров, а у обычной системы зависит от давления в водопроводе. Эффективность системы «Аквафор Марион» — 100%. Обычная обратно-осмотическая система — 55%. «Аквафор Марион» — достойный выбор для вашего дома.